людей. У нас проводятся наши традиционные учения в преддверии пожароопасного периода. Подавляющее большинство стоящих сейчас в строю глав неоднократно уже принимали участие в этих учениях. Вместе с тем, несмотря на ваш опыт, ситуация у нас по традиции также непростая. С вами наблюдали, как в прошлом году тяжело развивалась ситуация в целом ряде субъектов Российской Федерации с переходом огня на населенные пункты, с гибелью людей. Учения нужны для того, чтобы еще раз проверить наши знания, наши навыки, отработать взаимодействие. Обращаю внимание на обмен опытом ваших представителей, в том числе в роли выступающих. Есть возможность посмотреть, как эта работа организована в соседних муниципальных образованиях. Спасибо. Оказывается, действия пожарной охраны и оказывать все посильные меры по тушению пожара, спасению людей и имущества. Наиболее эффективное при обнаружении и минимизации последствий от пожаров. Вашему вниманию представлены беспилотные авиационные системы, стоящие на вооружении Главного управления ЧС России в Амурской области. Дальность полетов не менее 500 километров. В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1991 года 68 ФЗ. Также создана комиссия по установлению фактов проживания граждан в жилых помещениях, находящихся в зоне ЧС. Принято положение номер 428 от 7 февраля 2022 года о добровольной пожарной дружине, в которой предусматриваются следующие меры поддержки. Районные электрические сети. Автопокрышки окрашены в контрастный цвет и устанавливается ветроуказатель. Является достижение высокого уровня готовности и слаженности к оперативному реагированию на природные возгорания.